Разводы на потолке, ветхие двери и стены, отсутствие отопления. По словам жильцов, дом номер 6 в Северном переулке признали аварийным еще в 1987 году. Постановление о расселении появилось на дверях подъезда только в 2009-м. Правда, новые квартиры дали не всем. И этот дом-призрак, которого уже даже нет на карте города, все еще населяют живые люди, вынужденные приспосабливаться к нечеловеческим условиям. Наш дом очень старый. Почти уже половина расселили нас. Остались мы как хозяева, приватизированные. Вот. У нас тут проблема идет с канализацией, с отоплением. У нас порвало трубу отопительную. Вот. Застройщику звонили, он сказал, что у него нет денег на нас, чтобы нас расселять. Холодно здесь уже неделю. Ремонтировать за свой счет отопительную систему слишком накладно. Чтобы согреться, включают газ. Здесь он горит круглосуточно. Правда, есть риск задохнуться. Приходим греться. На кухню. У меня в семье дочь многодетная, у нее 4 детей. У сына 2 детей, все несовершеннолетние. У дочери старшая дочь, она взрослая уже как бы. Но суть в том, что нас обещали расселить, не расселили до 1 октября. Потом сказали, что продлили. Правда, конкретных сроков, когда оставшихся жильцов расселят, застройщик не дал. Отговорка одна – нет средств. На телефонные звонки его представители не отвечают. Видимо, ищут деньги. Тем временем два похожих дома в Рязани уже снесли. Этот пока стоит. Получается, стоит незаконно. Тем временем жители уже готовят коллективное письмо в прокуратуру, чтобы как-то ускорить процесс переселения. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».